Zeta Cinema, Antenna 3 Films, Congregio Films и Globo Media представляют. Рано или поздно это случается с каждым. Ты вдруг понимаешь, что не хочешь быть таким же, как те, кто тебя окружает. Ваша честь, я должен сказать, что этот человек набросился и со звериной жестокостью начал меня избивать. Не хочешь быть как тот кретин, которого ты избил. Ваша честь, мне наложили 15 швов здесь и здесь. Я хочу сообщить суду, или как твой отец, серьезную травму. Или как твой этот брат, человек мог меня убить. Или как любой другой член твоей семьи. Он опасен для общества. Его необходимо изолировать. Он должен понести справедливое наказание. Такие, как он, не заслуживают снисхождения. Обвиняем, кстати. Суд признает сеньора Хьюга Оливера Кастро виновным в нанесении увечий. Или как судья. И приговаривает его к 18 месяцам тюрьмы. Суд считает возможным заменить тюремное заключение штрафом в 6 тысяч евро, так как подсудимый ранее не привлекался. Или даже как ты сам. Заседание окончено. Хочется просто убежать отсюда. Теперь тебе стоит быть осторожнее. И запомни, больше никаких драк. Если это повторится, тебя упекут за решетку. Хьюго, надеюсь, ты понял, почему мама не пришла? Еще не вернулась. И не зови меня Хьюго, отец. Хочется уехать подальше от этого места. Марио Касас, Мария Вальверде, Альваро Сервантес, Марина Салас. Диего Мартин, Луис Фернандес, Андреа Дуро и другие. И вдруг внутри тебя словно что-то щелкает. И ты понимаешь, что с этого момента все изменится. Все уже изменилось. Солдат! Да, ты! Солдат. И по-прежнему больше уже никогда не будет.
Пока, пап. До вечера. Никогда. Если такое случается, это чувствуется сразу. 3 метра над уровнем неба. Бабби! Ладно, давай быстрее. Здравствуйте. Тишина в классе. Можно войти? Ты опоздала. Закройте свои тетради, пожалуйста. Вот увидишь. Сейчас выберет меня. Фернандо Скамино, Луна Вергара и Дуэньес Мартин. Хотя нет, она опоздала. Отсутствует. Тогда Эреруэлла. Будете переводить? Телефон возьми. Домус и Тенере. Иунте. Мольтус амбулантас. Так. Эреруэлла. По дороге домой ему приходится много идти. Много? Это ты должна много учиться, чтобы поступить в колледж. Телефон. Сеньорита Альказар, вы не ответите на звонок? Садись. Ну что ж, продолжим наш урок. Бабби. Я прошу вас всех... Прости меня. Быть повнимательнее. Все нормально. Вообще никогда не звонит. Да? И ты им поверила? Посмотри на них. Клаудио, смени галстук. Этот подойдет. Девочки, вы готовы? Да, мам. Мы можем вас подвести. Скажи, на сколько лет я выгляжу? Ты на 15. Но мне есть 15. Давай посмотрим. Вот так. Теперь ты выглядишь на 16. Аче, я бы не стал тебя спрашивать, но это срочно. Мне нужно 400 евро на мотоцикл. Хочу его отремонтировать. Догоняешь? Давай потом поговорим об этом. Чино! Хватит вести себя так, словно ты кого-то ищешь. Я действительно ищу.
А вот и он. Дани! Дани, не ходи! Привет. Как дела? Дани, знаешь, я тебя не узнал. Хочешь чего-нибудь выпить? Да, идем. Я думала, ты не придешь. Я была на другой вечеринке, да? Но там оказалось полно геев. Сколько тише. Один парень тоже заскучал и привез меня сюда. А вот и он, прилип к брату Берты. Привет. С днем рождения. Да, поздравляю тебя. Хотите? Нет? Тогда напитки вон там, а бар у нас снаружи. До встречи. Я просто обожаю эту песню. Идем поболтаем с моим голубым другом. 51! 52! 53! Браво! Отстаем! 56! Пригласительные! Ты идешь? К богатеньким детишкам ни за что. Ты когда-нибудь меня простишь? Я ищу тебе оправдание, но пока ни одного не нахожу. Вот так. Типично по-женски. Да, именно. А типичное все портит. Ты такая красивая сегодня. Сегодня? Всегда. Алисия, звонил твой брат. Он едет сюда с дружками. Я же единственный ребенок в семье. Да. Привет! Привет! И кто из вас мой брат? Сестра! Там есть канапе. Слушаем музыку! Сумку забыла. Ну так бери. Не могу. Кое-кто ее уже взял. Держи.
А что, мама тебе не говорила, что лазить по чужим сумкам нехорошо? Я не знаю свою мать. Но могу тебе кое-что сказать. Неужели? И что? На 50 евро не проживешь. Это же мои карманные деньги. Были. Я умру от голода. Стой, а хочешь, я накормлю тебя завтра обедом? Знаешь что? Если уж плачу я, то и компанию выбирать буду тоже я. Ты чего? Ничего. Отвали. Хватит! Отвали, я сказала! Черт возьми. Забудь про ланч. Чем займемся? Будем рассказывать шутки? Отдай! Я не буду смеяться над твоими, потому что ты не поймешь моих. Я имею в виду шутки. Придурок. Если выпьешь коктейль, я расскажу твоей маме. Извини. Ты меня не помнишь? Я провожал тебя сегодня в школу. Я ехал в твоем эскорте. А, так это ты выкрикивал глупости. Нет, я сказал только одну. Солдат. А тебе ведь понравилось? С такими, как ты, это всегда срабатывает. Это с какими? С зажатыми, но мечтающими оторваться. Эй, ты, что тебе нужно? Я бы выпил колу. Ладно, мне нужно ехать. Держи. Баби? Нет, я сама возьму. Вот, видишь? Когда не злишься, у тебя лицо не как у солдата. Что ты сказал? Ты как, Чико? Чико! Как ты? Держи. Отпусти меня, мерзавец! Поставь на место! Успокойся! Отпусти меня! Я сказала, отпусти! А ты ничего! Да отпусти же! Не надо! Пожалуйста! Ну прости, что я плеснула в тебя коктейлем! Прости, урон пожалуйста! Урон уже нанесен, придется ответить! Для здоровья. У тебя улучшится кровообращение. Между прочим, молочными коктейлями угощают, а не обливают людей. А Валентина передай, что мокрым это платье смотрится лучше. Убирайтесь! Пошли вон! Полицию, пожалуйста. Принести полотенце? Ты же ведь не хочешь заболеть? Да пошел ты! Уходим! Они вызвали полицию! Да, напомни. Когда в следующий раз будем вместе плавать, помыть тебе рот с мылом. Уходим! Почему ты ничего не сделал, когда он бросил меня в бассейн? Баби, все это было спланировано. Я позвал этих идиотов, чтобы устроить заварушку и вернуть тебя. Знаешь, Роберто тебя не простит. Они же весь дом разгромили. Какого черта? Держись! Черт! Ничего, пара царапин. Они могли нас убить. Но ведь все в порядке. Еще не вечер. Прости. Простить? За что?
горе. За то, что вызвал полицию или сбил мотоциклиста. А ты сексуальная. Отстань от него, животное! Грубия! Отстань от него, ты жалок! Отстань же от него! Я не хотел! Нравится присмыкаться? Отлично, тогда я повторяй за мной. Я не стану портить праздник. Стойте! Повторяй. Я не стану портить праздник. Остановитесь, пожалуйста! Стойте! Повторяй. Я не стану портить праздник! Те, кто знает, как оторваться, повторяй за мной. Господин Сатамария, что случилось? Они убьют друг друга. Ребята, перестаньте. Поехали скорее отсюда. Баби, едем с нами. Это из-за тебя я его ударил. Ты во всем виноват. Баби, садись в машину. Нет, не стану портить. Давай дальше. Повторяй за мной. Не трогай его. Ненавижу. Животное. Дикарь. Ненавижу тебя. Отвали. Отвали от меня. Все в порядке. Я тебя опускаю. Он уехал. Я тоже прощаюсь. Как я доберусь до дома? Довези на мотоцикле. Что? Отвези меня домой. Ты же говорила, что я животное и дикарь. И ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? Разве это возможно? Я уверен, завтра ты об этом пожалеешь. Остановитесь, пожалуйста. Тебя что, подвезти касается? Хочешь, чтобы я тебя отделал, слизняк? Вали. Оглох. Ладно, садись, из-за тебя и так уже многие пострадали. Подожди, подожди, подожди. Не могу пошевелиться. Ты меня раздавишь. Будешь держаться за куртку, я не смогу ехать. Понятно? Ты что, всю ночь собираешься вот так сидеть? Извини. Просто я никогда не ездила на мотоцикле. А, значит, я первый? Да? Черт. Баби, ты приехала на этом мотоцикле? Да нет, мам. У нее не было выбора, сеньора. Правда? Парень, с которым она ехала, ее бросил. Ей пришлось поехать со мной. А вот и я. Я же тебе говорила не отходить от сестры. Привет. Привет. Садитесь в машину. Вы обе лишаетесь телефона на неделю. Живо! Ты такая же, как твоя мать. Брюзга. Ты что? Ты с ним встречаешься? Я его даже не знаю. Это Хьюго Оливера. Но его все зовут Ачи. С ним случилась какая-то беда, и он хочет забыть свое имя. Мы с подружками считаем его настоящим героем. Похоже, он спас тебе жизнь. Кто тебя опустил? Поднимайся, дело не в проворот. Вот и займись ими. Нет, я понимаю. Я мог бы приехать в Париж на следующей неделе, и мы закроем сделку. Да. Алекс. Мне нужны 400 евро. Что-что? Почему такая задержка? Нет, нет. Поговорим в офисе. Давай, поговорим. Договорились. Что ты делаешь? Хватит болтать. Отдай. С ума сошел? Только не отдавай ему.
Не говори, ничего не говори. Не говори. В пиджаке, в бумажнике. Отдай. Да. Нет-нет, конечно. Разумеется. Если он не может, я что-нибудь придумаю. Хьюго, не забудь про ужин с отцом. Ты уверен, что это здесь? Да, я в дневнике видел. Видел? Знаешь, мы сегодня с ней обедаем. Ты же мне говорил, что на мели. Она обещала заплатить. Привет. Привет. Вот она. Которая? Рыжая. Пока, Бобби. Пока. А рядом с ней эта девушка из бассейна. Я поехал. А что, подожди. Я Господи, поехал. Господи, Бобби. Это тот парень, который у меня деньги украл. Который? Тот ужасный тип слева перед мотоциклом. О, нет. Он что, и тебя обобрал? Нет, но его друг сбросил меня в бассейн, представляешь? И разбил машину Чику. Слушай, ты мне этого не рассказывала. Привет. Ну и что ты здесь делаешь? Как дела? Успокойся, ладно? Я приехал с другом. Что? Он договорился пообедать вон с той девчонкой. Так уж вышло, да что ладно. Она моя лучшая подруга. Ты врёшь. А твой друг украл у нее деньги. А говорила, не будешь смеяться. Ты моя должница. Почему бы тебе не пригласить меня куда-нибудь? Слушай, что на это скажешь, а? Кретин. Извините, что перебиваю. Пойдете с нами обедать. Катина, ты не можешь пойти с ним. Платит он, так что я верну часть своих денег. Я думал, что платит она. Я стащил у нее деньги. Да. Так что, получается, платит она. Да. Подожди, не злись. Я потом позвоню. Подожди-ка секунду. Подтверди, что я не вру, скажи. Разве не с тобой я вчера плескался в бассейне? Идиот. Вот вам подтверждение. Привет, мама. Здравствуйте. Ну и почему твой брат опаздывает? Ты же его знаешь, он вечно работает. А где мама? Путешествует с подругой. Оценку получишь? Отлично. По физике? Наверняка отлично. Я иду в магазин. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Я пока позанимаюсь. Правда. Если пойдешь на улицу, потеплее оденься, подмораживает. Хорошо, мам. У вашего сына бывали стычки с этим человеком? Нет, я не знала, что они вообще знакомы. К сожалению, у нас нет аргументов против шрамов пострадавшего. Хьюго грозят серьезные проблемы. Думаете, я не хочу помочь своему сыну? Хьюго. Что с тобой? Я переезжаю к тебе. Знаешь, как все было? Ну и как все было? Когда ты так спрашиваешь, я не хочу тебе ничего рассказывать. Можешь не рассказывать. Бобби! Извини, но этот блондинчик явно положил на тебя глаз. Он все еще смотрит. Давай за ним побежим. Скажи, ну почему у тебя такое лицо? Потому что ты меня бросила и помчалась с тем негодяем. Ты его совсем не знаешь. У него серьезные проблемы, Бобби.
Совсем нет денег, а его отец плохо с ним обращается. Но он отличный парень и даже пригласил меня сегодня на гонки. Какие еще гонки? Я сказала маме, что ночую у тебя. Оставь ключ под ковриком. Я поверить не могу. Ты что, Катина? Тогда идем с нами. Нет, я не желаю видеть ни его, ни его друга. Тогда мы с тобой тоже сегодня не увидимся. Это почему? Потому что я иду с ним. Катина! Бабби! Да? Подойди на минутку. Иду! В чем дело? Ты ничего не хочешь сказать? Нет. Звонили Санта-Мария. Оказывается, у Филиппа сломан нос, у него едва не пострадал мозг. Но, мама, я здесь ни при чем. Это правда. Мама, она не виновата. Разве тебя кто-нибудь спрашивал? Помолчи! Послушай, Бабби. Они подают заявление на твоего приятеля. Им нужно его имя. Папа, он мне не приятель, а зовут его Ачи. Нет, ты посмотри, а? И ты его защищаешь? Давно ты с ним знакома? Я его не защищаю. Мне известно только его прозвище. Ты же знаешь его фамилию. Скажи. Я что, разве похожа на болтушку? Ты ведь называла мне его имя. Даниэла, как его имя? Хьюго Оливера его имя, папа. Позвони им. И скажи, что Бабби здесь ни при чем. Поздравляю, Бабби. Ты теперь по уши влипла. Даниэла, Даниэла, я волнуюсь за Бабби. Да, родителей нет. Не знаю, с чего начать. Да, она здесь. Хотя, через неделю она уже будет трупом, потому что выдала одного хулигана, который ей очень нравится. Хватит говорить обо мне и повесь трубку. Подожди, у меня вторая линия. Да. Да, одну минутку. Держи, это тебя. Да? Добрый вечер, сеньора, да? Катина, она уже спит. Ее разбудить? Да, я ей передам. Спокойной ночи. До свидания. Бабби, что случилось? Бабби, в чем дело? Кто это был? Бабби! Черт, отключен. Где проводят гонки на мотоциклах? Сиамские гонки? В порту. Можно мне с тобой? Ну, пожалуйста. Нет. И никому не говори. Знаешь, куда идет моя сестра? Звонила твоя мама. Да? Что ты ей сказала? Я ей сказала, что ты спишь. К счастью, она мне поверила. Она заедет завтра в 7, чтобы поехать в больницу. Поэтому не опаздывай, прошу тебя, мне не нужны проблемы. Останься. Нет, не могу. Пойдем с нами в пиццерию. Я никогда не сяду с тобой за один стол. А, это наша злющая Мегера. Ты что, пришла посмотреть гонки? Поверь, я не знала, что ты будешь здесь. Тогда почему ты покраснела, как помидор? Да ты просто смешон. Неужели? Да. Уверена, в суде ты будешь не таким дерзким. Я рассказала, что это ты сломал нос сеньору Санта-Мария. Вот стерва! Эй, успокойся. Ты снова укатишь за решетку. И это все из-за нее. Этого больше не случится. Понятно? Эта прекрасная девушка подтвердит, что я не виноват. И знаешь почему? Почему? Потому что ты в меня влюбишься и захочешь меня спасти. Гонки начинаются! Гонки начинаются! Гонки начинаются! Ну что, сядешь со мной? Нет, никогда. Ачи, возьми меня. Мара тут как тут. Садись.
Перестань бояться и получи удовольствие. У тебя нет ремня. Эта гонка только для двоих. Так что, крошка, проваливай. Вот корова. Что ты сказал? Что я передумала и готова ехать. Ну и что дальше? Дай мне свой ремень. Бабе, не надо. Мой шар! Эй! Садись! Не надо, не делай этого! Садись, я не могу так долго ждать. Слезай, прячься. Я заберу тебя, как только оторвусь от них. Давай, давай.
Баби? Баби? Я здесь. Где? Здесь. Ты что там делаешь? Вылезай. Не могу, там большая собака. Нет здесь никаких собак. А я все равно не могу вылезти. Почему? Я стесняюсь. Вылезай, а то я уеду. Подожди! Подожди! Что? Только обещай не смеяться. Обещаю. Что ты там делала? Ты же вся в грязи. Это навоз. Что, навоз? Не могу поверить. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так я и знала. Твои обещания, ну, ничего не стоят. Эй, ты что делаешь? Отойди. Сажусь на мотоцикл. С ума сошла? Посмотри на себя, ты же вся в дерьме. Это шутка, да? Нет. Если хочешь, можешь надеть мою куртку. Но сначала сними с себя всю грязную одежду, иначе ты не сядешь ко мне на мотоцикл. Держи. О, ну и запах, это ужасно. Послушай, Ачи. Как здорово звучит. Ты впервые назвала меня по имени. Если повернешься, обещаю, я прыгну на тебя и всего перемажу навозом. А я привыкла держать свои обещания. Не смотри! Послушай, ну какой мне с этого интерес? Может быть, поторопишься? Ах ты лживый негодяй! Негодяй! Я ведь не поворачивался. Кстати, у тебя отличная попка. Как я хочу запустить в тебя навозом? Чш-чш-чш, теперь я точно слышал собаку. Скорее! Не кричи! Скорее! Подними ноги! Чтобы она сюда не достала! Быстрее! Подвез. Значит, я заеду завтра. Во сколько? Конечно. И опять погоняем от полиции. Круто. Ну да. А ты, оказывается, смелая. Ты меня сдашь полиции? Да. Да? Неужели? Ты вспотела. Я свинья, животное, дикарь, и все же ты позволяешь мне тебя целовать. Какая ты непоследовательная. А ты ублюдок. Твои приоткрытые губки молили меня о поцелуе. О, сейчас же верни мне мою куртку, красавица. Жаркие губки. Может, поцелуешь меня на ночь? Иди к черту! Что я это ты и поцеловала на ночь. Что случилось? Это был он? Это Ачи тебя раздел? Шш, маму разбудишь. Рассказывай.
Я в душ. Фу. От нее дерьмо воняет. Извини, за мной гналась полиция. Врешь. Ты свалил с той серой мышкой. Незаконные гонки на мотоциклах в порту стали причиной беспорядков. Давай, бросай мне! Бросай! Бросай! Участвовала в гонках и спасла девочку, которая попала в аварию. Это так здорово. Ты уходишь? Не дождешься. Конечно. Катина, я же сказала, никуда не пойду. Посмотри, кто тебя ждет. Свидание, Сати? Чш. Если мама с папой тебя спросят, я занимаюсь у Катины. Хорошо. К 11 я вернусь. Я стану его своячницей. Сок.
мама, почему ты не спишь? Бабби, почему ты ведешь себя так, словно ты не моя дочь? Уже поздно. Вернись! Ты что, пила? Мама, ты же знаешь, я не пью. Что этот мальчишка делает с тобой? Он тебя к чему-нибудь принуждает? Нет, мама, ни к чему такому, чего бы я сама не хотела. Что-то случилось? Нет, папа, я просто поздно вернулась. Вот я записала его номер. Поговори с ним. Но они же еще дети. Скажи ему, если не оставит нашу дочь в покое, у него будут проблемы. Это ты? Хочу тебя увидеть. Я под домашним арестом. Меня застукали. Ага. Значит, это не просто сплетни. Хороших девочек, которые плохо себя ведут, до сих пор наказывают. Что будем делать завтра? Куда-нибудь поедем. Забери меня у школы и далеко увези. Знаешь, я уже год не вставал так рано. Так что я могу проспать. Я буду тебя ждать, Ачи. Спокойной ночи. Пока, Бабби. Пока, Бабби. Пока. Бабби. Тина. Ну что, подружка, ты идешь? Не могу. Ачи обещал заехать. Мы едем кататься. Да? Ты собираешься прогулять? Шш, тихо. Как твоя лучшая подруга, я хочу знать подробности, и ты мне расскажешь. Животное. Да нет, я просто очень рада за тебя, будто я снова потеряла свою девственность. Это он. Пожелай мне удачи. Удачи тебе. Бабби, не напрягай таз. Привет. Устрою себе перерыв позже. Мы
эта женщина? Она была моей матерью. Скажи, а твой отец и брат этого не знают? Отец думает о нас подругами. Значит, знаю только я? Не надо. Почему? Мы же здесь у всех на виду. Нет, здесь никого нет. Я же сказала нет. Хорошо. Иди ко мне. Смелей. I guess you are thinking of me now. And you know that I'm thinking of you. Почему ты привез меня сюда? Тебе не нравится? Родители нас всегда сюда привозили в детстве. Видишь вон тот дом, который продается? Да. Мы с сестрой представляли, что он наш. Мы наблюдали за хозяевами и воображали себя на их месте. Как грустно. Мы уже не можем любоваться им, как прежде. Я знал, что тебе понравится. А тебе идет моя куртка. Ну, и кто нам звонит? Черт, мама мне больше не доверяет. Или тебе? Да уж. Ну,
Похоже на мамину подпись. А по-моему, идеально. Спасибо за помощь. Не стоит. Не хочешь познакомиться с моими дочками? Девочки, это Густаво, наш новый сосед. Да, мы уже виделись с Густаво. Верно. Он здесь никого не знает. Я сказала, ты можешь взять его с собой и с кем-нибудь познакомить. Хорошо, мама, только не сегодня. Девочки позвали меня в кино, и раз уж я не под арестом, можно я пойду с ними? Знаете, мне уже пора. Было очень приятно. И мне. До свидания. Я позову его в выходные, ладно? Да, парнишка попал в волчье логово. Она от него так просто не отстанет. Давай, давай, давай! Это твое? У тебя ведь не такой хороший вкус. Прошлой ночью Ача привязал меня этим к кровати. Крепкая вещица. Видно, не очень, если ты здесь. Бедняжка. Думала, он пообещает тебе вечную любовь? Мне жаль тебя. Ясно, что ты потерял из-за него голову. Отдай мне шарф! Отдай! Отпусти же! Отпусти меня! Прекрати. Я сказала, отдай шарф! Убирайся, стерва! Так ее, Бабби! Тварь! Дай ей, Бабби! Давай! Дай ей посильнее! Батер! Это же Бабби! Все цело. Я не знаю, что на меня нашло. Я не хотела ее бить. Но она сказала, что ты был с ней. Я прошу, успокойся. Я никогда тебя не обману. Теперь я с тобой. С девчонкой, которая готова побить любого, кто оскорбит ее парня. Знаешь, что делали воины после своей первой победы в бою? Юго, с тобой хотят поговорить. Я Клаудио Альказар, я отец Бабби.
Может, выпьем где-нибудь? А, с удовольствием. Прошу. Хьюго, нам надо пообщаться. Ачи, ты нас не познакомишь? Конечно. Розанна, Клаудио. Клаудио, Розанна. Очень приятно. Мне тоже. Не хочешь оливок или орешков, красавчик? Оливок. Вы ей понравились. Она не всем предлагает орешки. Нет? Нет. Нет. Даже не знаю, с чего начать. Понимаешь... Моя жена просто... Орешки она... для самого симпатичного посетителя нашего бара за последний год. И, разумеется, женатого. Клаудио. Понимаю, ваша жена беспокоится. Ее дочь встречается с парнем, который ездит на мотоцикле. Да, я гонял по улицам с бешеной скоростью, ничего не замечая вокруг себя. Но однажды в моей жизни появился человек, который сказал: успокойся, расслабься. И я стал все замечать вокруг себя. Там между бутылок текилы стоит танцевальный клубок. Звучит моя любимая песня. Сегодня вторник, 13. Розанна, готова уйти с вами прямо сейчас и отправиться хоть на край земли. Все эти мелочи, Клаудио, научила замечать вашу дочь. И это пошло мне на пользу. Хьюго! Хьюго! Слушай, не сейчас, Алекс. Что с тобой? Неужели ты ничего не понял по поводу тюрьмы? Ты не можешь делать, что пожелаешь. Я уже устал быть твоей нянькой. Хватит делать глупости, пора взяться за ум. А что это значит, Алекс? В 30 почувствовать себя стариком и не вкусить всех радостей жизни, говори! Извини. Мария Авелан. Здесь. Баби Алькасар. Да, здесь. Ирена Катур. Вот, посмотрите. Сеньорита Алькасар, это твоя мать подписала? Конечно. Странно. Ведь я только что разговаривала с ней по телефону. И она ничего не знала ни о твоей болезни, ни о пропуске в пятницу. Она едет сюда. Ты понимаешь, что подобный поступок ведет к немедленному исключению из этой школы? Меня теперь исключат? Нет, не исключат, потому что мы пожертвовали школе 8000 евро. Мама, обещай. Помолчи, пожалуйста. И хватит делать из меня дурочку. Ты выставила меня на посмешище. Я тебя не узнаю, Баби. Баби, что случилось? Не подходи, Катина. И не звони. Она с тобой заодно, да? Тогда необходимо прекратить ваши встречи. Меня хотели исключить. Родителям пришлось заплатить, чтобы меня оставили. Представляешь, мне теперь снизят оценки. И я могу не поступить в колледж. Ачи? 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 Ты с ума сошел? Ты разбудишь родителей. Пойдем. Нет, я не полезу в окно. Мне страшно. Страшно? Ты же смела. Идем. Нет. Идем. А мы куда? Не бойся. Доверься мне. Поло! Смотри, кто пришел! Привет! Я тебя не ждал. Я же говорил. Я тебе должен 20 евро. Давай, прыгай в воду. У меня нет купальника. Ну и что? Я не буду. Я ведь тебя уже сталкивал в бассейн. Еще хочешь? Прекрати. Ну давай. Не надо. Давай, это весело.
Бабе, спаси меня! Прыгайте уже! Не надо, пожалуйста! Еще никогда не делала. Я тоже. Врешь. Ты врешь. Нет, правда. Ави, этот ненормальный только что сделал мне предложение. Я не стану спешить, Ваня. У нас здесь нельзя курить. Я буду краток. С этого момента вы станете хорошо относиться к одной из ваших учениц. Если у Баби будут проблемы, то проблемы будут у вас. Послушай меня, не трать время на угрозы. Ты не первый. Добавлю только одно. Слушайте внимательно. Пепито. Пепито! Пепито! Эй, держи мяч. Пепито, давай, принеси мяч. Пепито! Похоже, это собака ненормальная. Как собака моей тетки. Что это такое? Не обижайся. Это Пепито. До него туго доходит. Мы купили его на двоих. Кто официальный хозяин? Это Пола. Пока он живет у его мамочки. Что? Что? Мы пошли. Нет, нет, не оставляй его здесь, слышишь? Эй, погуляй с ним, а то намочит ковры. Пока, Алекс. Чего тебе? Если мама узнает, что ты здесь куришь, она тебя порвет. Но я ей ничего не скажу. Может, кино посмотрим? Мне кажется, что я до конца жизни просижу под арестом. Мы собирались сегодня ночевать у Катины, а теперь ничего не выйдет. Иди и повеселись от души. А как же мама? Об этом я позабочусь. Обожаю запах трубки. Он напоминает мне о детстве. Привет. Привет. Сейчас не смогу.
выставлен на продажу. Жди здесь. Только не подсматривай. Хорошо. Я слышу море. Что это? Ачи! Ачи! Я здесь, здесь, Ачи. Здесь. Ачи, Ачи. Пойдем. Осторожно. Тут еще ступени. Куда мы идем? Я чувствую запах. Запах моря. Хочу, чтобы это кончалось. Это удивительно. Тебе нравился этот дом? Я купил его для тебя. Сумасшедший. Теперь мы здесь хозяева. Ты в порядке? А ты как думаешь? Хочешь, я буду первым? И последним. Не смейся. Расслабься, любимая. Не бойся. Как ты? Я тебя не обидел? Нет. Я такая неумеха, правда? Ты великолепна. Знаешь, мне с тобой так хорошо.
Я счастлива. И я счастлив. А я больше счастлива. Как отсюда до Барселоны? Как отсюда до неба. А я еще счастливее. Насколько? На 3 метра выше неба. Бабе? 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 Доброе утро! А чё она сидит с детьми? Разве богатенькие работают? Просто мать не дает ей карманные деньги. Пипита? А Пипита зачем взял? Не любит быть один. Ему скучно. Иди сюда. Нет, это тебе без него скучно. Мы не должны с тобой расставаться. Привет. Ты привел с собой Пола и собаку? Ничего страшного, он присмотрит за ребенком. Привет, дружище. В теннис играешь? Убери Пипита с дивана. Да. Его зовут Пипита? Да, Пипита. А я Пола. А тебя как зовут? Покажешь любимый уголок в этом доме? Давай. Ну же. Или ты меня боишься? Сразимся? Ударь посильнее. Вот так. Пойдем в спальню твоих родителей. Нет, иди сюда. Садись. А я? Да. Иди-ка. Я согласна. Что это? Не бойся, Пола все контролирует. Это меня и беспокоит. Эй! Эй! Что это значит? Вы кто такие? Мои друзья? Извини меня, Бабби. Убери их из моего дома! Вон! Убирайтесь! Пошли все отсюда! Пола, ты с ума сошел? Прости меня. Здесь вечеринки короткие, да? Что они здесь делают? И ты убирайся к своим друзьям! Бабби, послушай. Убирайтесь! Раз вам на Пошел. Всех плевать! Бабби, я тут ни при чем. Я не виноват. Уходи! Мы с тобой в 3 метрах над уровнем неба. Так, мясо должно быть с кровью. Да. Соли совсем немного. Немного соли. Так, а где клубника? Клубника?
В холодильнике, по-моему, есть. Посмотри. Сейчас. Добавь сливки перед тем, как подавать. Хорошо. Да, и не забудь зажечь свечи за 5 минут до ее прихода. За 5 минут? Да. А почему не извиниться по телефону? Убери собаку, быстро. Какой ты неромантичный. Мы договорились на 8, но она всегда приезжает чуть раньше. Понял. Хорошо. Хорошо. Привет. Бабе ужин остывает. Мама не может найти кольцо, которое ей бабушка подарила. Оно пропало после того, как здесь побывали твои друзья. Неужели ты не можешь по-другому, иначе? Нет, бабе. Оставь меня в покое. Чина! Отвали! Чина, мне не нужны проблемы. Ты врубился? Проблем не хочешь? Крутой чувак. Не лапай меня! Посмотрите, а? Решил подраться. Мне нужно кольцо. Родители, уходи! Открой дверь, Бабе! Я звоню в полицию! Мне нужно кое-что тебе отдать! Почему ты плачешь? Сеньорита Альказар, можете рассказать, что произошло той ночью? Сеньорита Альказар, вы меня слышите? Вы можете рассказать, что произошло той ночью? Баби, постой! Баби, почему ты унижаешь нашу семью? Что могут о нас подумать? Мы ведь обещали помочь. Нет, мама, это ты обещала, а я нет. И хватит меня стыдить. Хватит решать за меня. Мне противно думать о том, что я вырасту и стану такой же, как ты. Я не хочу жить так же, как ты, мама. Ачи мой парень. И я хочу быть с ним.
Я больше не смогу лгать ради тебя. Слышишь? Если дальше будешь так себя вести, мы расстанемся. Хорошо. Я изменюсь. Они сдали! Сдали! Я сдала! Давайте быстрее, надо кое-что сделать. Я сдала, у меня высший балл. Форга поставила мне отлично. Ты классная. Какая а я думала, она бы меня завалит. Я горжусь тобой. Нам надо ехать. Куда? Пола. Все, пошли, Пола. Пипита, будь умницей. Не глотай еду целиком, от этого у тебя живот заболит. Он не хочет возвращаться к этой ведьме. Служба доставки Пипито. И вот еще что, не вздумайте обращаться с ним, как со своими ученицами. Слышали меня? Уходим, Аль Капоне, уходим. Прощай, дружище. Что? Да-да, вы меня правильно поняли. Нет, нас будет больше 100 человек. Да, весь ресторан. Да, особенное событие, да. Нет, не только окончание школы. Моей дочери не каждый день исполняется 18. Да-да-да, сегодня днем я пришлю вам список гостей, да. Мама? Что? Напоминаю тебе, Хьюго Оливейра – мой парень. Привет, Бабби, ты сдала? Да. Поздравляю. Войдите. Здравствуйте. Я хотела поблагодарить. Пипито? Я хочу жениться на ней. Сначала работу найди. Иначе ей придется вечно за тебя платить, как она сейчас это делает. Завтра я выиграю гонки. У нее на глазах. У нас классные девчонки. Да. Надо им соответствовать. Ей понравится. Я открою. Ачи! Обещай мне, что приедешь. Обещаю. Это тебе. Бабе пришла. Давай. Привет. Мы можем поговорить? Конечно. Ты угрожал моей учительнице. Ты в своем уме? Ты обманул меня, Ачи. Я думал, если она будет... Хватит за меня думать. Не надо обращаться со мной, как с беспомощной. Давай на время расстанемся. Готово. Ему что-нибудь передать? Нет. Я приду к тебе после гонки, ладно? Бабби, знаешь, тот занудный сосед сверху обещал нас с тобой отвезти.
Баби, ты такая умница. Пойдем. Ты видела, Ачи? Нет, не видела. Подойди ко мне. Карлос, это Баби. Поздравляю. Спасибо. С днем рождения. Поздравляю. Спасибо. Я люблю тебя. Улыбнись. Что, если я приглашу твою сестру на свидание? Знаешь, ее парень тебе все кости переломает. Только и всего. Не советую. Привет, папа. Привет. Эй, где же твой приятель? Я его не вижу, я хотел взять реванш. Вместо него я. С очень хорошим парнем.
хотел, Бабби? Все в порядке, Густаво. Я же сказала, все нормально, отстань от меня. Она дважды просила тебя отстать от нее. Убирайся! Я же просто хотел помочь! Да? Что ты сделал? Он же не нарочно. Как ты? Все нормально. По-твоему, он хотел этого? Идем, идем. Мне очень жаль. Бабби! Катина, что случилось? Пола, где он? Мне ничего не говорят. Найди его, Ач, умоляю тебя. Где он? Он там. Вам туда нельзя. Пустите меня! Уберите руки! Поло! Пустите меня! Он мой друг! Пустите! Успокойтесь! Успокойтесь, я сказал! Пожалуйста, выслушай. Я больше не вынесу этого. Твоя жизнь полна дерьма, смертей и крови. Тебе плевать на меня. Плевать. Бабби, клянусь, я все время думаю о тебе. Не надо клятв. Тебе ни до кого нет дела. Ни до меня, ни до твоей семьи, ни до твоего друга. Это не моя вина. Твоя. Не моя, слышишь меня? Это ты виноват. Ты убил Пола. Он погиб из-за тебя. Рано или поздно наступает момент, когда ваши пути расходятся.
Каждый выбирает свою дорогу, думая, что рано или поздно они вновь сойдутся. Со временем они становятся все дальше. Сначала ты считаешь это нормально. Вы ведь созданы друг для друга. Ведь рано или поздно она вернется. Однако этого не происходит. Вместо этого наступает зима. Да, не продолжай. Я хорошо, я Алекс. Ко мне кто-то пришел. Я перезвоню. С Рождеством. Катина. Пожалуйста, проходи. В последнее время я не часто к тебе заходила. Не могла, извини. Это не важно. Это Санта тебе оставил. Мне его очень не хватает, Ач. Я не могу. Мне кажется, я никогда не встречу такого, как он. Таких, как он, нет. Но ты обязательно будешь счастливой. Скажи, ты разговаривал с Баби? Я нет. После аварии мы перестали общаться. Кажется, у нее новая компания. Она с кем-то встречается. Может, тебе лучше ее забыть? Поужинаешь со мной? Сегодня не могу. В другой раз. Катина. Спасибо. Не за что. Здравствуйте. А Баби дома? Подождите минуту. Пока, мама. Позвони мне завтра. Береги ее. Непременно, Рафаэлла. Ты готова?
Уезжаем через 5 минут. Давай, пойдем. Что с тобой? Что с тобой? Юга, что случилось? Что с тобой? Юга, успокойся, успокойся. Успокойся. И вдруг ты понимаешь, что все кончено. Раз и навсегда. Алекс. Я уеду. В Лондон. Работать. Это правильно. Надо ехать. Назад дороги нет. И ты чувствуешь это. Ты пытаешься вспомнить, в какой момент все началось. И понимаешь, что началось все раньше, чем ты думал. Привет. Привет. Гораздо раньше. И в тот самый момент ты понимаешь, что все в жизни бывает лишь однажды. Ты не старался, тебе никогда не пережить те же чувства снова. Тебе больше никогда не подняться на 3 метра над уровнем неба. Три метра над уровнем неба. Режиссер Фернандо Гонзалес Молино. Продюсеры Франциско Рамос. Даниэль Эсиха, Мерседес Гомера, Алекс Пина. Оператор Даниэл Арани. Композитор Манель Сантистепан. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм». We'll be right back.
Con tu voz sobre Robert Smith, Who cuts the girl you remind me of? Solías susurrarme que no saldrías de mi vida flotando en nuestro cielo los dos. Iniciamos la caída. Sabes que podría cambiar como una carretera rompiéndose en el borde del mar, pero no hubo manera. Tuya, 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 tuya.